Так, это Венера. 17-е. Ноября 2000. год. К сожалению, совсем уже низко над горизонтом, 78 миллионов километров до нее. Ну, это уже слева-справа, понятно, огни домов, да? И это не Луна, конечно, Луна сейчас слева, я покажу. Но торопился я со смены как мог. Вот только так получается сейчас с ней. Нашу красавицу. Уже на ветках каких-то фокусируется фотоаппарат. Ну, виден серпик, да, очень близко сейчас к Земле Венера, очень классно. Жалко, что так поздно. Вот это ее естественное вращение Земли, вот так оно быстро движется. Так, сейчас еще будет Сатурн с кольцами, Юпитер с галилеевыми спутниками. Да, еще и небо не очень чистое, к сожалению. Ну, грех жаловаться, конечно, ноябрь месяц. Очень четко виден серп. Так, а ну сейчас я еще уменьшу даже еще контрастность. Ну, тут нету смысла, потому как уже мы через плотный слой атмосферы Земной смотрим на нашу сестричку, в смысле Земли, сестру Земли Венеру. Так, увеличиваю контрастность, то есть выдержку. Хорошо. Боюсь, Венере мы больше времени уделить пока не можем. Пошли коротенько. Это у нас окружная. Я уже переживал, что потерял я Венеру, не успел ее. До того, как за горизонт села сфотографировать. Но нет, вот выбрался на окружную, так, чтобы дома не мешали, и увидел нашу красавицу. Ну и вот наша Луна. О, Платон. Ну... В смысле Платон, кратер Платон. Это я не со своими воображаемыми, друзья. Воображаемыми друзьями разговариваю. Ну, в общем-то, видно, что через пелену снимается, через дымку. Вот он, кратер Платон. 100-километровый в диаметре, кругленький, аккуратненький. Видно, что через дымку все, облака не очень рассосались. То есть рассосались, но не очень. А может, это я себе уже в окуляр надышал. Все-таки минусовая температура. Кстати. Ну, а вот кратер Авестар. Да, ребятки, соскучился я за вами. Но работа просто не в проворот. Давай уже в один дубль поместим. Давай сейчас я попробую попасть.
Сатурн может не удастся при таких вывешках. Надо как-то дыхание свое прятать. Вот он наш замечательный газовый гигант номер один. В смысле по очередности съемки, а не по размерам. Юпитер, конечно, помощнее. Полтора миллиарда там с копейками сейчас расстояние до Сатурна. Наверное, темновато он будет у вас на экране, потому как лицо у меня сейчас 125. Что, конечно, многое вам объяснило. Следующий дубль будет посветлее. Это я не перед залпом выдыхаю, чтобы не дышать на камеру. Пытаюсь надышаться в сторонку. О, я даже вижу и спутники. Юпитера. Ну хорошо. Так, справа это у нас Ганимед, потом рядом с Юпитером Европа, слева от Юпитера Ио, и дальше еще Каллисто, его не вижу. Экваториальные полосы вижу. На Юпитере. И да, ребят, девчат, я понимаю, там в комментариях трясет, тряска. Нервы — это страшно. Выключайте, где валан, и вообще не смотрите. Я прекрасно вас понимаю. Не надо над собой так издеваться. Это мне интересно, а вам только глаза портить. Что ж ты, боже.
что-то совсем плохенько. Ну ладно, наверное, это все на первую гублю. Сейчас я протру объектив, окуляр переставлю, выдержку, то есть ISO. На другие параметры будет посветлее, еще даже я успеваю. Венеру. Семнадцатое ноября 2021 год, Харьков, 17:47 по Киеву, Харькове.